Мексика погрузилась в рождественскую атмосферу. Здесь бурно цветут пуансетии. Эти растения называют рождественской звездой из-за формы предцветников, а также потому, что они распускаются в праздничный сезон. Цветочный рынок в Мехико уже полон пуансетий, и продавцы с нетерпением ждут покупателей. Мы любим пуансетию, хотя это сезонный товар, но покупателям он очень нравится. Люди любят пуансетию, несмотря на то, что она цветет всего 3 или 4 месяца. Придите в любой дом или офис, там будут стоять эти цветы. В этом году пандемия накладывает отпечаток на все, но продавцы надеются, что рынок не закроют перед рождественскими праздниками. Пуансетии также носят название «молочай красивейший». Они растут в Центральной Америке и тропической Мексике. Цветок стали называть пуансетией в честь ботаника и первого американского посла в Мексике Джоэла Робертса Пойнсета. В 1825 году он привез в США первый молочай красивейший. Ботаник также выращивал эти цветы в своих теплицах в Южной Каролине.